Доброго времени всем добрым людям. Я сегодня на центральном рынке. Вот черешня 3,50, черника садовая 6,50. Ну и клубничку продают от 2,50 до 3,50 от сорта, от того зависит, откуда привезли. Вот это из Греции черешня 3,50. А я иду посмотреть рассаду цветов. Но я пока еще не дошла. Посмотрю овощи. Рассады цветов обилие. И в горшках висячие. И всякие разные. Меня, конечно, интересует. Скажите, вот это не вербейник? Он такой декоративный. Очень красивый. А здесь рассада зеленки. Свекла, петрушка. Вот. Мирабелла, это огурчики. Так вот. Цукини. Цукини у меня уже растут. Вот тыквы. Мне надо, у меня тыква не зашла. Надо будет купить хотя бы 2-3 кустика, росточки. И цветы здесь есть, астры. Вот. Ага, бархатцы различные. Так. Я ищу вербейник, но это не вербейник, это что-то другое. Мне надо подсадить. Что-то там. Так, здесь овощи, да. Вот, мне нравится эта тыква сливочная. Масляная, вернее, если правильно перевести. Она маленькая, ее как раз удобно на один раз. Патиссоны. Здесь рассада огурцов. Вот помидоры уже цветущие. О, даже с помидорками. Вот так вот. Евро 50. Кустик. Так. Цветы все здесь. Ой, и клубника ампельная. Она вот так в горшках будет свисать, и ягодки будут расти. Так. Вот петунья. Люблю вот такие цветы. Они ароматные. Только синие цвета, фиолетовые, пахнут. Петунья. Простите, пожалуйста, а горшки почем висят? 6? 10? Окей, 10 евро. Не расслышала просто. 10 евро. Ага. Ладно. Здесь тоже томаты желтые. По 80 центов. Разные. Ой, а там самый красивый, наверное. Здесь тоже очень много цветов. Красота. Я люблю, когда кругом цветы. Мне очень нравится, когда их много. Здесь меня не видно, но на всякий случай помашу ручкой в знак приветствия всем своим друзьям, товарищам. И клубника. Она такая красивая гортензия. Красная, розовая. Да. А вот это уже сурфиния. Судя по тому, что так обильно цветет. Вот такие цветы. Цены не указывают, но там написано 3. Видела вот горшок. Горшок нет, просто один кустик 3 евро. Вот томаты балконные, мелочь.
Да. Да. Он, а клубничка уже цветет, которая такая, она ампельная и, как говорится, ремонтантная, она много раз плодоносит, а за два за сезон. Я буду просто вот эти. Это петунья. Анисиный глаз, прелестные. Нравится мне тоже. Ну и тут рассада эта. Кстати, стевия тоже рассада есть. Вот там мята, сельдерей и земляника лесная. А вот фуксия. Смотрите, как она красиво свисает. Афанет, сколько стоит? 15. Красота. Спасибо. 15. Вот такой горшок. Фуксия уже такая сформировавшаяся. Большой куст. Вот у меня такой сорт есть. И такой сорт. В прошлом году был. Нынче что-то проросло. Если будет так же цвести, то это будет здорово. Так. Так. Вот такая пеларгония. Различные. Различные цвета. Вам коробок поставить можно? Ну, такие ромашечки. Какая прелесть. Как невестушки стоят беленькие. Разного-разного цвета. Вот бархатцы. У меня тоже взошли они. И нельки. Это гвоздички. Гвоздички. Уже вот такой кустик. 3 евро. Ах, какая сурфиния. Да, цветов обилие. Алисис. Алисия. Сейчас пройдусь. Возьму тыквочку. А вербении нигде нет такой. Она должна быть тоже как ампельная, свисающая из горшка. Но я нигде ее не вижу. Вот. Пеларгония у меня уже на окошке зацветает. Ну, на балкончике за окном. Так. Красота. Вот это нет. Молодцы. Выращивают на продажу. Но для этого надо иметь теплицы. У меня садик, огородик маленький. Я только так, для радости своей. И чтоб люди, проходя мимо нашего, по нашей улице, мимо нашего огорода, радовались цветению, красоте. Так вот. Ах, какие, какие, какие. Вот где она, сурфиния. Видите, как она богато цветет? Потому что ее вовремя надо обрывать, когда они заполоняют весь периметр горшка. Обрезать верхушечки, и тогда вот так вот пышно, пышно. Знак благодарности садоводу. Она цветет. А вон какой цвет. Темный, почти черный и с желтыми ботками. Очень красивый цвет. Так. Ну, это леденцы, как говорят их в народе, леденцы. Вот так. И эти ампельные цветы. Ладно. Все здесь мне не обойти. Цветам и так у меня посвящено много времени. Возможно, кто-то и устанет просматривать, но очень хотелось показать всем. Это я предпочтительно, а так вы. Какие красивые.
Ну, вот так вот. Очень много цветов. Очень много цветов. Красотища. Радуется глаз. Радуюсь, что кому-то будут принадлежать, кого-то чьи-то дома и сады будут украшать такие прекрасные цветы. Ладно, пока в цветах все. И вот какое обилие роз. Каких только нет сортов. Вот сюда зайдите, тут чайные. А вы не подскажете, в какую они цену? 10, да? Ну, те повыше, наверное, тоже 10. Ладно. Там вот чайные розы, а здесь всякие разные. Ну, красота, конечно. Красота. Некоторые уже и цветут. Розы. Розы мне нравятся. Но сейчас у меня проблема, тля началась на розах. Я сегодня должна найти зеленое мыло. Если нет, то хозяйственным буду вместе с золой выводить, опрыскивать кусты. Так, и здесь тоже розы. Красные, оранжевые, красивые. Вот такая красота. Красота. А здесь. Вернулась, я купила тыкву. Не нашла я вербению. Алисию взяла и еще какой-то тоже. Возможно, возможно. Да. Так, черешню я уже показывала. 3,50, клубника 3,80, разные цены. Так, перчики по евро 20. Сладкий перец имеется в виду. Здесь вот черешня по 2,80, разные цены. В зависимости откуда прибыли ягоды. Вот так вот. Это лотки на улице. Я внутрь еще не заходила. У нас, я вам как-то показывала, вот такие бывшие ангары цепелинов стоят, приспособлены для рынка. Ну вот и авокадо, и манго есть, и апельсины, и томаты желтые, красные. Да, томаты по евро 30, желтые по евро 80, арбузы евро 60. Ну так имеется в виду, наверное, килограмм. Но в Максиме подешевле. В торговом центре. Зеленка любая есть. Лук зеленый. 40, кстати, у меня первый урожай уже лука поспевает. Надо будет убирать, второй раз засевать. Ах, какие томаты. Мясистые по 4 евро. Это местные сорта. А вот томаты Петрович. Молодой картофель здесь по 2 евро в Максиме. Но это местный, а в Максиме подешевле. Но там привозные томаты. Укроп. Привозные ягоды много, везде ягоды. Народу тоже много. Так, цветочные мы смотрели. Вот лук-сивок. Рабарбара. У меня тоже кустик уже созрел. Можно на компот брать. Свежая капуста, свежий картофель. Все нынешнего урожая. Иду я в рыбный посмотреть салаку, мелкую салаку для котиков. И какие-нибудь обрезки лососевые для себя. Вот. Какая прелесть, а? Аурея. Это можно выращивать, только имея большие теплицы. Да. Зелень разная. Я иду до последнего сейчас в связи с ковидом. С этой стороны нет входа.
только с торцевых сторон. Пойду в ту степь. Ладненько. Пока. До следующего ролика.